на моем канале. Сегодня у нас на обзоре вот такая вот моделька Dodge Magnum. Я ее снимал уже в прошлых сериях в куче с других машинок. Но сегодня хочу полный обзор сделать, рассказать о ней. В общем, вот такая вот заниженная машинка с тонированными стеклами зеленого цвета. Все вот занижают свои модельки базы. Здесь уже идет сток занижения, как говорится, с завода уже занижение, ничего не надо занижать. Очень классно. Такие широкие узкопрофильные колеса. Ну давайте рассмотрим ее поближе. Здесь, значит, двери, ни багажник, ничего не открывается. Абсолютно ничего, просто цельнометаллический кузов. Значит, сзади фары покрашены, никакого стеклышка. Чисто покрашено. Перед такая вот решетка, буква М. Dodge. Такие вот полутонированные фары тоже темного цвета. Под цвет лобового стекла. Значит, тут идет. Значит, крыша. Черный цвет. И пол багажника. А, пол капота покрашен и багажник. Такая вот черная полоса. Также внутри видно там руль. Панель. Но так как стекла тонированы, там плохо видно. Но сейчас мы ее разберем, посмотрим. Сзади, значит, такие два глушака. Да, кстати, у нее и крыша такая плоская. Как будто она сплющенная. Я вот не смотрел в интернете, вообще такая машина есть, нет. Она как сама плоская и колеса занижены. Вот я хочу... Вот парни разбирают свои модельки вазы. Занижает. А здесь вот сама занижена. Давайте посмотрим, почему она занижена. Чего они сделали такого? Как говорится, не надо самому занижать там с пластилином, припаивать, приклеивать. Чисто идет свое занижение. Сейчас ее открутим. А, кстати, днище не посмотрели. Днище вот. Такое днище. Простенькое. Ничего нет. Номера, мода и чина. Тут даже номер набит какой-то. 21. Это, по-моему, серийный номер какой-то. 2006 Dodge Magnum. Один модель 1:43. Это фирма Бураго. Такие широкие вот покрышки. Ну, сейчас открутим, посмотрим панельку и почему она такая заниженная. Тут два шурупчика. Не падает, блин. Все, открутили. Итак, снимаем. Что же мы видим? Такая вот телега. Давайте посмотрим панельку. Здесь обычная панелька, руль. Сидушки. Верхняя часть снимается. Что-то хорошо держится. А, вот все. Итак, вот наши колеса. Такие, сказать, широкие такие. Итак, вот что мы видим. Значит, вот что здесь приделано. Тут, значит, приподнята это сама, получается. И зад приподнят в виде лодочки, вот видите. Из-за этого, когда колесо ставится, он получается низко.
Из-за этого она получается низкая. Вот в чем секрет. И такие большие, вот, как сказать, рама, что ли, вот сделал. Ну а здесь само крепление, чтобы колеса вверх не уходили. А тут держатель. Так само придавливает и держится. Внутри, значит, у нас стекло идет. Такое темно-тонированное. Уже само затонировано. Покупали, так было. Цвет прикольный, зеленый такой. Серебристый. Так, давайте соберем. Так. Такое узкое. Узкая колея у нее. Так, ставим. Раз. Сюда. Сюда вот. И сажаем вот на этот торчащий пистончик. Вот. Тут какой-то номер. Сейчас мы оденем. Во. Кстати, она фиксируется. Можно даже так ездить, как кабриолет. Раз, летом жарко, раз, выехал, блядь. Даже можно какой-нибудь обшить пластиковым будет. Вот, значит, сама нижняя база какая у нас. Жалко, конечно, что у нее ничего не открывается. Если все открывалось, вообще бы было классно. Вот такая вот иномарочка Dodge. Так, одеваем кузов. Бац, все, вот она села. Вот она уже сама по себе занижена. Закрутим обратно шурупы. Ну вот, ребят, видите, никакого секрета. Просто вот эта сама часть, вот где идет вверх, она повыше поднята. Колеса сидят низко. Видите, вот, например, наш УАЗ 2108. У него я не занижал его. Такой вот высокий, а этот низкий, блин. Два раза ниже его. Вот, смотрите, какая разница. Насколько ниже. Да, кстати, в одном видео мне говорили снять бампер. Ой, бампер, говорю, спойлер задний. Я его, конечно, приклеил. Ну, сейчас отклею, посмотрим, как она будет смотреться без бампера. Ой, без бампера, без спойлера. Итак, ребят, вот я снял спойлер. Вот такой самодельник из пластика. Я уже сделал для... Давайте посмотрим, как смотрится без спойлера. Значит, вот. Ну, глушак, конечно, здесь мощный, блядь. Мне еще нравится. Кстати, попробуем в следующей серии занизить эту восьмерочку. У нее, конечно, тут расстояние маленькое. Ну, давайте в следующей серии уж я попробую.
подпилю или там приклею. Может, припаяем, где сама днище идет. Опустим ее пониже. Ну все, ребят. Если какие идеи предлагаете. Сегодня мы будем обзорить Dodge и восьмерочку.